Нужно установить дверь самому, прикрутить петли и, главное, сделать все это правильно. Именно такому нехитрому делу обучал химчан сегодня столяр Денис Делов. Мастер не только рассказал обо всех моментах, но и детально показал работу по установке. К примеру, чем пользоваться, если необходима врезка. Сделать это можно двумя способами. Старым дедовским способом с повесткой, выдолбить углубление и, соответственно, посадить туда нашу петлю. Или с развитием технологий можно сделать вот такой штуковиной, называется это фрезер. Далее уже сама работа. Сначала, как в народной мудрости, необходимо отмерить, после обведенный контур вырезать стамеской, а затем с помощью фрезера выпилить углубление. В Химках проходят разные встречи по интересам. На каждой из них горожане могут узнать для себя что-то новое и полезное. Расписание ближайшего мастер-класса можно узнать на специальном сайте администрации.